Привет всем, это канал Сосиска в тесте. Мы продолжаем прохождение Watch Dogs. И что сейчас будет, я даже себе не представляю. Полиции нужен полный доступ ко всей имеющейся информации, чтобы бороться с кибертеррористами из DedSec. От возмездия им не уйти. Это был Донован Рашмар. Мэр предоставил полиции беспрецедентный доступ к данным CTOS, чтобы выследить членов DedSec, арестовать их и конфисковать имущество. О каких именно данных идет речь, не сообщают. Хо-хо-хо-хо. Ничего вам не сообщили. Но вообще, как я понял, игра подходит уже к своему концу. Мне кажется, буквально несколько миссий и все. Так что скоро мы с вами закончим уже Watch Dogs. И приступим уже к следующим прохождениям на канале. Интересно, как же завершится эта игра. Вы, наверное, уже все знаете, кто посмотрел его. Но вот я еще не совсем это знаю, так что нужно побыстрее пройти и узнать, что там. А сейчас мы почти подъехали к своему бункеру. Ну давай бегом, мост, только тебя ждем. Наконец-то. Прости, машина. Случайно. Припарковаться надо. Оу, сори. Это, наверное, мы мусор выбросили из этого. И тут стучали, что-то как-то вроде называется. Вроде называется стучали. Да, стучали. Часть четвертая, поехали. Да мы и так в бункере. Работают все, мы так, тут прохлаждаемся. Ты видел? Круто. Столько всего, Эйден. Но нам надо все перебрать и найти имя. Да уж, повезло. Потому что здесь до хрена имен. И за каждым водятся грешки. Алчные копы, богачи, клуб и все благодетели тут же. Ирак хотел шантажировать весь город. Да шантажировался. А это тоже с сервера? Вот черт! Нас кто-то взламывает! Он все потрет! Отрубите его! Срочно! Что будем делать? Отследи сигнал. Найдем источник, сможем перекрыть доступ. Быстрей! Выследить хакера. Понеслось. Так. Поворачиваем эту хрень. Твою же мать, какой-то да что за хрень? Так. Ни хрена. Неудобно. А ты чё вращаешься? Не заблокировать. Ох ты, ё-моё. Давай. Еще и неудобно. Так. Так. Нет. Он вывел всё правильно. Защиту. Бум. Так. Так. Все. Нет? Не знаю, кто это, но если гадать, думаю, дефолт. Хакер от бога, по совместительству продажная скотина. Да вообще урод. Да ё-моё. На, урод. Блин, кто это был? Ну да. Дефоп. Недоносок. Звуки, конечно, жесть.
кто это, Клара? Он тебя знает. Джозеф, я не знаю. Что за спас? Включай. Включи меня. Я объясню. Я хотела сказать. А теперь вина. Им причинят вред. А тебе какая разница? Кажется, я плачу не за лишние вопросы. Дэмиан Брэнкс и Эйден Пирс. Эйден, кто-то влез. Клара. Эйден, он сотрет все нахрен. Надо его остановить. Эйден, ну же! Готовьтесь, вырубаю питание. Давай. Эйден. Молодец. Кто это? Говори же. Знала бы, сказала. Клянусь, Эйден. Прости меня. Ай-яй-яй-яй. Подставила человека жестко вообще. О, можешь засечь? Да. Сделаю. Сукин ты сын. Давай! Давай, ну! Давай, чтоб тебя! Куда ты? Нехилый такой у этого ублюдка вирус. Сохранил себе все данные и потер их из наших систем. Четко знал, как нас вырубить. Не перезапустим второй сервер. Дефолта не видать. Нет его, нет файлов. Я пойду. Не-не-не-не. Давай я. Я не против запачкать руки. Знаешь что, Эйден? Дэмиена придется еще немного помариновать. С ним разберусь. Закончу, позвоню. Угу. Держись. Давай. Давай, давай. Только что нарвался. Нам-то что надо сделать, интересно? Так. Ну давайте мы еще в этой серии что-нибудь выполним. Только как-то, мне кажется, слишком короткая серия. Не знаю, что затеял Дефолт, но из-за этого жизнь Ники под угрозой. Не вовремя он решил меня позлить. Угу. Но сначала займусь Дэмианом. Давай, давай. Ну где ты? Обещаешь, обещаешь, а потом тишина, ни звука. В этот раз встреча будет личная. Как старомодно. Есть что-нибудь для меня? Увидишь. Эйден, ну раз так, место выберу я. Так, где-то тут. Ух, нифига до туда добираться. Так, поблизости есть кто-нибудь у нас? Да, понятно. Приехали пешочком. О, вот это да. Это вообще мы в близости от воды были. Ну, поехали, поехали. Нам 2.5 километра еще пилить. Кто-то считает его бандитом, кто-то героем. Известно, что именно он скрывается под маской чикагского мстителя. Кто про нас? Такой Эйден Пирс? Слухи противоречат один другому. Есть информация, что он был женат. Другой источник утверждает, что он никогда не был. Одни говорят, что у него есть сестра, другие, что сестра и брат. Не, только сестра. Большинство версий не представляется возможным. Точно известно, что маленькая девочка Лена Пирс погибла в аварии. Да. По некоторым данным, целью был сам Пирс. Если это действительно так... Может, именно эта трагедия толкнула его на путь мести? Нам предстоит выяснить. Будем держать в курсе. Все возможно, друзья, все возможно. Но я вам ничего не расскажу. Я буду уничтожать всех. Итак, сейчас мы встретимся с этим уродом, который прячет нашу сестру. Я не знаю, что я с ним сделаю. Я его просто замариную здесь, в этом городе. Урода этого. Машина, блин, ты мешаешься.
Давай, давай. Прости, тачка, но я так хотел это сделать, если честно. Нам чуть-чуть осталось ехать. О, мост. Давай, 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 поднимайся, поднимайся, поднимайся. Да, игра подлагивает. Игра подлагивает. Жестко причем подлагивает. Комп уже устал за сегодняшний день. Поцарапал я тачку все-таки. О, вот эту тачку сейчас возьму. Во-во-во-во-во-во-во-во. Не зря же она тут стоит. На Ламборгини похоже. Ламборгини, да. Или Ламборджини, как там ее любят называть. Паркуемся здесь. На что? На что? Лицом к лицу. Поехали. Ты что, чокнутая, что ли, девка? Дэмиан поймет это сразу же. Ну, может, это и к лучшему. Он обещал отдать Блюм все, что мы нашли, включая компромат Ирака. Да, он сам загнал себя в угол. Ты не принес файл, и я не привел сестру. Как предсказуем. Ты спелся с Блюм. Кто тебе сказал? Попал. Пойми, сделка без Харда ничто. Что ты им скажешь, а? Ничего не забыл? Один звонок, и твоя сестричка умрет. Ну, звони. Я почти купился. Подумай сам, Дэмиан. Выбора у тебя нет. Убьешь Ники, и конец. Думаешь, Блюм, от тебя отстанут? Нет, тебя убьют, поверь мне. Так что сейчас я решаю твою судьбу. Дай поговорить с Ники. И снова мы партнеры, Эйден. Как ни крути. Мы нужны друг другу. Эйден? Ники, как ты? Мне страшно. Скажи, что Джексон сам. Жив-здоров. Ники. Такое лицо. Знаешь, Эйден, хватит держать меня за лоха. В следующий раз придешь без моих файлов, она умрет. О-о. Черт, пора мне сваливать. Срочное сообщение. Эйден Ривз, известный как Мститель по кличке Лис, замечен в дымовом центре Чикаго. Где моя тачка-то? Спокойствие. Не приближайтесь к Пирсу. Он вооружен и опасен. Черт. Вот черт. Дэмиан взламывает билборды. Там. Это он. Вот. Фургон WKZ. Нужно его отрубить. Замечен мститель. Воздержитесь от поездок в центр. Подарок. Блин, жесть. Он действует несколько месяцев. Он агрессивен и неуравновешен. Да ну. О, Феррари. Красная Феррари. Это ж круто. Лучше не зли меня. Да что ты можешь мне сделать? Много чего. Помнишь свои фокусы с CTOS? Я наблюдал за тобой и кое-что усвоил. Показать, что я могу. Да, блин. Лучшего подарка не пожелаешь. Да жесть. Да не.
Да блин. Да черт. Тетка, вали. Открываем огонь по цели. Блинский. Останови! Это приказ! Принято. Патрульный внедорожник уже в пути. Останови машину и сдавайся. Подождите, сейчас я его прижму. Тетка, вали, тетка, вали, нафиг. Валите, валите. Давай, давай, давай. Иди сюда, урод. Его нужно остановить. Сейчас я его в бок долбану. Бляха-муха. Давай, садись. Люди, простите. Люди, простите. Блинский городовой. Вот это веселье. Иди отсюда, иди отсюда. Опять на грани были, опять на грани были. В погоню за подозреваемым отправлен внедорожник. Я в него врежусь. Да идите в баню. Да я, прижмись это приказ. К обочине. Тут. Подожди его. Давай, 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 а давай. Есть. Скрываемся от полиции теперь. База, срочно запрашиваю доступ к СТОС. Быстрее, 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 быстрее. Где же он прячется? Видите? Тихо. Теперь нужно туда. Ой-ё! Ё-моё! Жестоко. Огонь на поражение. Окай. Я его протараню. Он уходит. База подозреваемой на воде. Точно в цель. Ай. Ай. Ой, блин, жесть. Давайте еще раз с того места, как меня полиция будет преследовать, пожалуйста, только. Я просто знаю, как полиция сейчас умотаем. Да, поезд. Черт, пора мне сваливать. Это его ищут копы. Мститель здесь. Это Эйден Пирс. В новостях его видел. Это же парень из новостей. Вот че. Дэмиан взламывает билборды. Вот, фургон WKZ. Нужно его отрубить. Меня. Да что ты можешь мне сделать? Много чего. Помнишь свои фокусы с CTOS? Я наблюдал за тобой и кое-что усвоил. Показать, что я могу. Да, лучшего подарка не пожелаешь. Поезд. Спокойно. Есть электричка?
отлично. Давай, 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 бегом. Бегом, бегом. Давай. Поезд, поехали. Поезд, поехали. Поехали, поехали. Фух. Упустили его. На поезде-то мы сварим от них. Давай, давай, поезд, давай. База, прием. Цели удалось ускользнуть. Ведем поиск. Только поезд, не тормози. Едь куда надо. База, пришлите поддержку, прием. На поиски подозреваемого был отправлен внедорожник. Поезд, поехали. Мы поищем на востоке. Упустили объект. Обыскиваем район. Давай, давай, поезд, уезжай. Вот так вот мы от них отправляем внедорожник на поиски подозреваемого. И спрячемся. Мы не тормозим, мы едем дальше. Мы едем дальше. Вот и все. Адам 948 базе, возвращаемся. Отлично, просто. И вот так вот все. Фух, ну что ж, мы с вами увидимся уже в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока.